Эта фотография сделана была где-то в конце 70-х. Я работала в чулочно-трикотажной фабрике. Я поступила в 65-м году. Вот работали, кото сдавали, бегали, везде участвовали. В то время, конечно, такого холма не было красивого. Просто вечный огонь был. Для города это, ну, очень большое событие было, конечно. Все старались сюда приходить и смотреть. Сейчас тоже ходят люди, я вижу. Но тогда такое условие, так красиво уж прям не было. Сейчас, конечно, красота какая. Прям душа радуется прямо сейчас смотреть. Приятно. Вот сейчас я рано пришла сегодня, так везде смотрела, везде ходила. Так трогательно было. Я очень рада, что здесь сделали такую доску. Это спасибо, скажу, нашим правителям, нашему глава городу. Мой отец, мой папа, вот он. Я его, конечно, не видела, он меня тоже не видел. Он ушел второй же день войны, 41-м, а я в августе родилась. Он меня не видел, я его не видела. Радуюсь я, что живу в Чебоксарах, очень довольна, очень много лет живу уже, 65-го года. Очень люблю свой город, очень красивый наш город. Я люблю нашу Волгу, такие красивые вообще места у нас везде. Везде город у нас чистый, душа поет у меня. Хочется мне спеть свою чувашскую песню, конечно, про Чебоксары. Анлат лихеринче шубашкар хули ларать, кашниче вашеринче хевель евр ялдарать, кашниче вашеринче хевель евр ялдарать, шубашкар шубашкар савна хула шубашкар, шубашкар шубашкар савна килем шубашкар. Ты да наралран алла, перле утармалалла, шубашкар шинчен юрлар, перле савын садашлар, шубашкар шинчен юрлар, перле савын садашлар.